Як завжди, десь близько 47, а потім трошки більше, а потім трошки менше. Ну, то добре. До складу міської ради Запорізької нашої обрано було 64 депутата. Сьогодні присутні на сесії 47 депутатів. Згідно до нашого регламенту, сесія повноважна. Це дає можливість розпочати роботу 44-ї сесії Запорізької міської ради 7-го скликання. Тому я оголошую 44-ту сесію міської ради відкритою. Добре. Ми запрошували на сьогоднішнє наше засідання. На першій сесії були народні депутати. Ми думали, що це стане, як кажуть, традицією, але сьогодні, бачите, так склалося, мабуть, у кожного своя робота сьогодні. Також були запрошені представники Запорізької обласної державної організації, Запорізької обласної ради, члени виконавчого комітету, керівники міських служб, почесні громадяни. От. Сьогодні у нас присутній на нашій сьогодні сесії голова Запорізької обласної спілки промисловців та підприємців «Потенціал» Головко Олександр Степанович. От. Запрошували її сьогодні, є також у нас і засоби масової інформації. Як кажуть, тих, хто захотів прийти, ті прийшли. Хотілося б сьогодні також, це, мабуть, будемо казати, нове таке для нас. Сьогодні у нас в залі присутні, і мені дуже приємно, що в рамках і співпраці Запорізького національного університету та Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради, як кажуть, з метою нашої співпраці, а метою є це формування кадрового резерву виконавчих органів місцевої влади, за підсумками рейтингового оцінювання результатів навчання, показників участі у виховній та науковій роботі. От, сьогодні у нас присутні студенти першого року навчання вищої освіти, магістр денної форми здобуття освіти юридичного факультету, а саме Свіденко Аліна Олексіївна. Будь ласка, де ви? Ну, піднімайте за це. А також Крючкова Катерина Валеріївна, Кузіна Карина Олександрівна, Смольникова Маргарита Ігорівна, Іщенко Дар'я Олексіївна, Козинець Анастасія Андріївна,
Усатенко чи Усатенко, вибачайте, Дмитро Ігорович. Та Відішева Олександра Константиновна. Далі. Далі у нас розпорядженням скликання чергової сесії було запропоновано включити питання до порядку денного, яке ви отримали. Але в мене є, мабуть, трошки інша пропозиція. До порядку денного ми перейдемо. Сьогодні у нас присутні у нашій залі також начальник головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області Шишньов Віктор Пилипович, виконуючий обов'язки директора державної установи Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Терехов Роман Леонідович, начальник державної екологічної інспекції в Запорізькій області Буланович Павло Георгійович, начальник Запорізького обласного центру з гідрометеорології Черник Інна Георгіївна. Як ви знаєте, було багато питань щодо, як кажуть, дуже неприємного запаху, який був на території Бородинського мікрорайону, Дніпровського району, я маю на увазі Бородинського мікрорайону, Хортицького району. Ну, мені б хотілося, щоб я не фахівець в цій, як кажуть, галузі. Хотілося, щоб на сьогоднішній день хтось із фахівців, кого вже там ви делегуєте, виступив із тими виводами чи тими заключеннями, які є на сьогоднішній день стосовно до цього неприємного інциденту, який відбувався, як я пам'ятаю, влітку ще було, і ось останній час. Тому хто слово, кому потрібно, хто буде експертом, хафіцем у нас в цій галузі? Ну, я думаю, давайте тоді кожний по своєму напрямку, будь ласка. Добрий день, уважаемые депутаты, присутствующие. Я хотел бы прокомментировать немножко ситуацию, та, что сложилось на выходные дни в городе Запорожье по поводу неприятного запаха, то, что озвучил Владимир Викторович. Значит, действительно, этот момент был. Залучались специалисты Держпродспоживслужбы для работы в комиссии, которая была створена міською радою. При обстежении и выезде комиссийному на территории районов места были выявлены неприятные запахи. Потом возникла гипотеза, что эти неприятные запахи связаны с виробничою деятельностью отрадницкой птахофабрики. Действительно, комиссия выезжала и на место в село Отрадне, де також було зафіксовано характерні запахи, які були на території міста, і біля виробничих потужностей іменно Отрадненської птахофабрики. Чому так? Тому що сама птахофабрика має таку технологічну картку, яка в процесі виробництва утворює відходи другої групи, згідно статті 15 закону про побічні продукти, ці продукти підпадають під другу категорію продуктів побічного виробництва. Тому вони складаються, проходять обеззараження, обезвреження естественним путем, і після цього цей гной виноситься на поля для органічного, як органічне добриво, це послідовна обробка і ґрунту, і потім уже, як то кажуть, ці добрива впливають на наступне врожай. Тому на сьогоднішній день якраз було підтверджено, що 22, 23 і 24
Ці роботи здійснювались на птахофабрики, і тому цей неприємний запах, можливо, був донесений повітряними масами до міста Запоріжжя. На сьогоднішній день практично залишилася незначна кількість відходів цих. Вони також будуть внесені в ґрунт, і потім ця картина, будемо сказати так, що прекратиться. Але це естественний технологічний процес, і якби ті неприємні запахи, вони, да, як то кажуть, носять дискомфорт, але ж на здоров'я людини вони не оказують ніякого впливу, тої концентрації, якою вона є. Оце коротенько, Володимир Вікторович. Зрозуміло. В кого є які запитання до Віктора Пилиповича? Да, будь ласка. Рябцев. Включили? Спасибо большое. Всем добрый день. Виктор Пилипович, да? Так, так. Виктор Пилипович, вот вы сказали, естественный технологический процесс. Ну, во-первых, это не естественный технологический. Если это все действительно правда, то они должны это были делать летом, когда был сухой абсолютно грунт. А не когда стоит влага, когда стоит такая угроза ветров и так дальше. Это неестественно. Вы зафиксировали. Вы не можете, как чиновник, говорить, что естественно. Вы должны были, увидев это, как бы подать заявление правоохранительным органам. Вы это сделали или нет? Дело в том, что... Отвечаю, вы сделали, да, или нет? Правоохранительные органы. У нас нет оснований передать материалы. Потому что закон про побочные продукты предусматривает, как... внесение после перегнивания обработки, также и сразу после не можете на русском языке, если удобно. Хорошо. Так и после выведения с технологических помещений. Поэтому в данной ситуации, согласно ветеринарных требований, на предприятии нет карантинных заболеваний, которые предусматривают дополнительную переработку и обезвреживание данного продукта. Поэтому у нас нет оснований сегодня в отношении предприятия вынести какие-то запретительные методы. Рябцев, будь ласка, включить микрофон. Я дам всем слово. На предприятии Гавриловский Курчатов была аналогичная ситуация. Там люди получили реальные срока. Там тоже выводили и там нашли основания остановить то, что происходит. То есть вы правоохранительные органы не подали. Ну, ответ понятен. Согласно закону у нас нет оснований. Мы работаем в рамках ИСПОСИК. Сирий, будь ласка. Виктор Пилипович, здравствуйте. Добрый день. Вопрос такого характера, понимаете, в чем все дело. Я понимаю, что в вашем ответе есть информация о том, что эти выбросы не являлись вредными для жителей города. Это немаловажно на самом деле, да, и спасибо за то, что вы провели в рамках своих полномочий эту проверку и разобрались в этой ситуации. Но как мэр города, так, наверное, и вся исполнительная власть отвечает также дополнительно за комфорт жителей города, да, то есть у нас город практически миллионник, это областной центр, и фактически если с нами есть рядом на сопредельной территории подобное предприятие, которое будет раз в какой-то определенный период времени мешать комфортному проживанию на территории жителей города, наверное, это будет не до конца правильно. Я поправил бы немного коллегу своего, ну, насчет как бы заявления в правоохранительные органы, возможно, в этом есть какой-то смысл, возможно, нет, я не буду сейчас настаивать. Я скажу просто о том, что наверняка в ваших руках есть какие-то полномочия рекомендательного характера, да, или же какие-то другие рычаги влияния на это предприятие для того, чтобы оно в дальнейшем не мешало комфорту жителей города, потому что мы живем с вами в век информационных технологий, да, и если действительно проблема кроется здесь, если действительно, да, вот вы провели свои замеры и составили необходимые документы, то с помощью тех же самых информационных технологий жители города возмущаются в адрес исполнительной власти достаточно бурно. Понимаете, да, о чем я говорю? Хотя исполнительная власть в этом направлении, да, исходя из вашего доклада, к этому не имеет абсолютно никакого отношения. Городская исполнительная власть, я имею в виду. Поэтому я считаю, вам необходимо разработать рекомендационный механизм по отношению к руководству этого предприятия, чтобы на будущее
Возможно, это будут какие-то фильтра, возможно, это будут какие-то дополнительные строения, возможно, это будет еще дополнительная модернизация производства, но чтобы город от этого не страдал. Это в ваших полномочиях, вы это можете сделать? В любом случае, мы провели работу с предприятием, рекомендации эти вынесены однозначно. Ну, то есть это официальный документ под подпись, правильно? То есть эти рекомендации есть? Да, сейчас завершаем, и будет официальный документ для предприятия. Если можно, у вас есть, наверное, да, у вашей службы какой-то официальный сайт или официальное издание, да? Чтобы в средствах массовой информации огласить жителям города о результатах вашей проверки и какие рекомендации вы этому предприятию дали для того, чтобы в дальнейшем это не продолжалось. Хорошо, мы опубликуем это все. Спасибо. Да. Прит Виктор Иванович, будь ласка. Добрый день. Скажите, а в результате вот этой инспекции, в результате этой проверки, какие-то цифры, данные по замеры производились по воздуху, по земле, по почвам? Цифры конкретные были или нет? Вы привлекали какие-то службы для этого? Я понял. Значит, у нас, к сожалению, мы это не в нашем видении, мы проводили это все в рамках больше органолептического обследования, а специалисты по профилям, я думаю, они озвучат свое видение и свои результаты. Вы обращались к кому-то? С этим вопросом организатором этого всего мероприятия была мэрия, то есть исполнительная власть городская. И залучались специалисты как раз всех ведомств. То есть вы только органами обаяния? Да, я только в рамках своих полномочий. Угу. Еще вопрос. Вот вчера вечером мы прогуливались по набережной с супругой, и от моста, вот от самой набережной, вот где катер стоит, и вплоть до дубовой рощи, опять же, стоял этот очень приятный запах. Это было в 19:00. Ну, если честно, я около 20, что там, примерно, опять, в том районе я проживаю, и около 20 я возвращался с работы, или 20 даже ветер, один. Ветер, видно, сдул. Было, не было никаких запахов. Поэтому тут как бы, понимаете, вот в этой ситуации у каждого свое осязание и свое восприятие. То есть нам гулять надо после 20? Нет, я ж не говорю после 20, я просто говорю, что вот вы в районе 19... Хорошо, между 19 и 20 я сам живу в том районе, я не ощущал этих запахов. Добре, дякую, Віктор Пилипович. Далі я хотів би запропонувати надати слово Булановичу Павлу Георгійовичу, начальнику Державної екологічної інспекції в Запорізькій області. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Ну, з боку Державної екологічної інспекції вчора було здійснено позапланову перевірку зазначеного підприємства ПрАТ Відрадненське. Проте перевірка стосувалась екологічних питань, не ветеринарних, не гноєсховища, а суто екологічних питань. За результатами перевірки було встановлено відповідні порушення екологічного законодавства, за що було притягнуто посадову особу до адміністративної відповідальності. Проте я би хотів зазначити, що коли ми під'їжджали до цього підприємства, ми проїхали по полях. Ми всі ці запахи ми відчули на себе в місцях, де була основна концентрація таких запахів. Ми відібрали проби ґрунтів. Це вже я відповідаю на частину питання щодо, що було зроблено, які цифри і тому подібне. Значить, результат буде десь 7-10 днів. Тобто проби повинні, вони мокрі, вони повинні бути сухі. Це якийсь час, і є технологія проведення відповідних всіх там замірів і тому подібне. Тому, що стосується цієї ПрАТ Відрадненське, то ми вважаємо, що це саме і було тим джерелом, яке, з боку якого пройшла ця ситуація
на вихідні дні. Ще я б хотів би додати, що ми з вами розуміємо, що цієї осені в Запоріжжі були аномальні тумани, які тривалістю до 2 тижнів. Великі концентрації влаги практично на поверхні землі. І вітер, який був в сторону міста, створив цю ситуацію, п'ятниця, субота, ну і в неділю були пікові такі значення. Для того, щоб завершити ситуацію по Відрадненському, крім того, що ми притягнули посадову особу до адміністративної відповідальності, сьогодні подано позовну заяву до суду на тимчасове припинення господарської діяльності у зв'язку з порушенням, з проблемами по спецводокористуванню. Ну, з цього питання в мене все. Якщо є питання, я... Добре. Сірий, будь ласка. Павел Юрьевич, здравствуйте. Один вопрос на засыпку. Вы знаете, в письменной форме обращался к вам несколько раз. Сейчас, наверное, раз есть такая возможность, обращусь к вам устно и лично. Меня интересует наше предприятие загрязнителя, которое находится на территории города Запорожья. Ну, коль мы уже с вами увиделись, слава богу, это произошло. У нас есть ряд металлургических предприятий в том числе, да, которые, наверное, визуально мы видим, как они нарушают экологическое законодательство, да, и портят воздух, которым дышат жители города. В вашей организации какие мероприятия проводились в этом направлении? Привлекались ли посадовые особы, как вы говорите, да? Накладывались ли штрафы? Возможно, были какие-то комиссии, заключения, акты, рекомендации, или же возбуждены уголовные дела по факту, да, экологического бедствия на территории города. Дайте, пожалуйста, если можно, я не требую сейчас от вас там выступления на 45 минут, но коль вы уже здесь появились, пожалуйста, дайте свое видение процесса по поводу в том числе наших городских крупных предприятий-загрязнителей. Какая работа ваша организация провелась? Спасибо. Ну, я бы, наверное, начал бы все-таки с законодательной базы. Сегодня есть постанова Кабмина, которая регулирует гранично допустимые концентрации по выбросам в атмосферу. И сегодня эти предприятия работают исключительно в рамках этой постановы. Что происходит? Для того, чтобы предприятие получило разрешение на выбросы, оно должно провести инвентаризацию источников и сделать проект. Инвентаризацию источников и проектные материалы делает проектные организации, в которых работают жители города Запорожья. Эти организации делают эти проекты, потом подают их в департамент. Ну, в департамент экологии обладминистрации, которая выдает разрешение на выбросы в рамках этого ГДК и в рамках этого проекта. Сегодня значительно завышены гранично допустимые концентрации. Я не знаю, с какой целью они были приняты там 6-7 лет назад, 11 лет назад, но сегодня они существуют. Что сделано инспекцией в этой связи? Мы подали предложение, проект новой постановы Кабинета министров Украины про гранично допустимые концентрации, в которых в 2 раза снижены показатели по фенолу, по пыли и по ЦО. То же самое ушло от областной администрации. Сегодня эти материалы находятся в Государственной экологической инспекции Украины и в новом министерстве Минэкоэнерго. После того, как они будут обработаны, ну, есть определенная процедура принятия постановок Кабмина. Теперь, что касается деятельности предприятий, основных загрязнителей в Запорожской области. Значит, постоянно проводятся проверки всех предприятий, как планово, так и позапланово. По этим проверкам, естественно, есть нарушения. Притягиваются до административной ответственности посадовые особы. Значит, я могу сказать, что за этот год было притягнуто 196 посадовых осіб на штрафные санкции, загальная сумма 107 тысяч гривен.
Да, я понимаю скепсис, я понимаю, что цифра, конечно, смешная, но сегодня Кодекс про административные правопорушения подразумевает именно такие штрафные санкции. Например, порушение работы газоочистных установок сегодня штраф составляет по статье 78.1 составляет 136 гривен. Это Кодекс про административные правопорушения. Что касается ущербов, ну, по сравнению с прошлым годом, в прошлом году было насчитано около 800 тысяч ущерба по воздуху. В этом году насчитано ущерба 10,5 миллионов. Я бы хотел обратить внимание, что эти деньги, из этих 10,5 миллионов, 70% по закону поступают в местные громады. То есть это деньги городские, деньги Запорожья, ну, потенциальные, потому что часть материалов находится в суде. Часть материалов находится в прокуратуре, которая представляет интересы инспекции в суде. Будут судебные решения, но тут уже включается ДВС, Державная виконавча служба, для того, чтобы все это стягнуто и все это вот. Контроль проводится постоянно. Единственная проблема, которая сегодня существует, мы не можем проводить оперативный контроль, потому что мы, к сожалению, оказались заложниками закона про основные засады. Ну, контролю за господарской деятельностью, потому что там плановые проверки раз в 2-3 года, позаплановые проверки только по зверению физической особи или в рамках криминальной справы або за дорученням Кабинета министров. Позаплановая проверка – это очень длительное получение всех погоджень для того, чтобы туда выйти и проверить. Исходя из этого, мы подали предложение на областную администрацию, чтобы губернатор со своей стороны и Государственная экологическая инспекция со своей стороны вынесли материалы на Кабинет министров для получения доручения Кабинета министров на проверку основных забруднювачів атмосферного повітря в місті Запоріжжя, ну, в Запорізькому регіоні. Сирий, будь ласка. Павел Юрьевич, последний вопрос в этом направлении. Да? То есть здесь у нас есть наша городская пресса, нас смотрят жители города, да, сессии транслируются в онлайн-режиме. Я хотел, чтобы вы просветили жителей города раз, да, уже с юридической точки зрения, как ответственное лицо, вы руководители этой организации, да, экологической инспекции. И в том числе дали свое заключение. Именно Запорожский городской совет, именно городской совет имеет возможность влиять на предприятия загрязнителей, или же это прерогатива только области и выше? Ну, то, что находится в черте города, говорить о том, что какое-то влияние, есть закон про органы местной влады, это органы местного самоврядувания. А? Дозвіл на забруднення город не выдает. Это выдает департамент экологии областной державной администрации. Не имеет. Смотреть не имеет. Не правильно. Имеет. Это имеет право что? Экология, экоинспекция, область и выше. Экологическая правильно? Инспекция имеет право проводить проверки и соблюдение предприятием условий выданного дозвола на выкиды. Наш уважаемый областной совет до этого сколько раз обращался на пересмотр вот этих вот забруднений, там, норм и так далее? И обращался ли вообще до вот сейчас смены власти и до того, как сейчас пошел какой-то диалог в этом направлении? Предыдущая там каденция исполнительной власти областного совета прорабатывала этот вопрос или нет? Нет, не прорабатывала этот вопрос. И до этого, естественно, тоже никто не прорабатывал. Да. Сегодня есть... Спасибо. Тем не менее, я бы хотел сейчас, еще одну секунду буквально, я добавлю. Сегодня есть постановление Кабинета министров Украины про мониторинг атмосферного повітря. Есть ситуация, вернее, есть территории, которые относятся к городу, есть территории, которые относятся к области. Городские и областные власти обязаны создать информационно-аналитическую систему. И субъекты мониторинга должны эту систему наполнять данными, вот проверочными данными, аварийными данными, да, или вообще мониторить ситуацию по атмосферному воздуху. В соответствии со статьей 15 закона про охрану навколишнього природного середовища, органи місцевої влади і органи місцевого самоврядування зобов'язані інформувати населення про стан навколишнього природного середовища в регіоні. Басов, будь ласка. Алло, Павло Юрійович, ну, я дуже рад, що ви прийшли на нашу сесію. Мы с вами заочно знакомы 4 года, я возглавляю комиссию по вопросам экологии и регулярно, там, раз в месяц, раз в два месяца пишу вам какие-то запросы. Ну, по крайней мере, 10 точно я могу вспомнить.
Два раза вы ответили. Как правило, это вот, ну, конкретные ситуации, когда обращаются граждане, которые задыхаются там, от дыма, от вони, от наших предприятий. Там, вот это по абразивному комбинату был вопрос. Вот эти два раза, которые вы соизволили ответить, вы написали, что у вас нет таких, у нас, у Запорожской экологической комиссии, которая просила вас сделать замеры, нет полномочий обращаться к вам, и вы не будете не проводить никакую проверку, потому что там что-то в законодательстве разграничено. Да? Вот я хотел бы, чтобы вы, хорошо, что сейчас журналисты смотрят вас, вы нам объяснили, а какие нужны вам полномочия, от кого вам нужны запросы, чтобы вы наконец-то там проверили какое-то предприятие или отреагировали на обращение граждан, которые платят налоги и содержат вашу службу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Он очень актуален не только для вас, но и для нас. Да, и хотелось бы еще, чтобы вы выполняли законы и отвечали все-таки депутатам и депутатской комиссии в срок, как положено. То есть поднимите, пожалуйста, все наши запросы. Хорошо. И дайте ответы. Я их обнародую. Хорошо. Значит, что касается обращений. Стаття 6 Закону України про основні засади нагляду та контролю суб'єктів господарювання в галузі в їх господарської діяльності предусматриває звернення виключно фізичної особи або фізичних осіб. Звернення юридичних осіб, комісій, міської ради, депутата, не знаю, громадської організації не розглядаються. Тому що законом виключно звернення фізичної особи або групи фізичних осіб. Депутати групи фізичних осіб. Якщо депутат пише як фізична особа, да, а якщо йде як від депутатської комісії, вже ні. Група фізичних осіб. Да. Басов, будь ласка. Может, я все-таки там... Не надо, я отвечу вам, потому что, ну, это же откровенная манипуляция. Я вам еще раз повторяю, все запросы, которые мы вам подсылали от комиссии, и я лично как председатель подписывал, основывались на обращении граждан, и мы их прикладывали туда. Конкретный гражданин обращается, или группа граждан, граждан Украины, которые платят налоги, обращаются к нам, потому что люди просто не знают, что надо к вам обращаться. И мы как комиссия поддерживаем этот запрос и отправляем вам. Они все у вас есть. Поэтому не надо сейчас рассказывать, что вы не должны реагировать на депутата. Но ведь вы же даже не дослушали меня. Может, я вас не дослушал? Может быть. Есть определенная, есть определенная процедура, которая узаконена, которая определена законом. Мы получаем звернення фізичної особи, юридичної особи, какой-то еще. Для того, чтобы мы вышли на позаплановую перевірку, мы обязаны получить погодження Министерства и Минэкоресурсов. Мы собираем эти материалы, отправляем в Киев. С Киева нам погодження не приходит или приходит отказ в связи с тем, что не фізична особа. Мы отвечаем вам, мы в данном случае мы транзит, мы транзитный орган. Мы отвечаем, что мы не можем вжити заходів, потому что у нас нет погодження, потому что это не запит від фізичної особи. Мы не принимаем решения, мы не можем по-другому выйти на позаплан. Ни разу вы не ответили, что вам не дали согласование с министерства. Ни разу такого не. Вы просто писали, что нет оснований на ваше обращение. Я посмотрю все ваши обращения, пересмотрю все, что было, да, обобщу это. И срок оговорен законом, пожалуйста. Мы с вами пообщаемся. Прид, будь ласка. Павел Георгиевич, у меня два вопроса. Первый. По поводу проверки этого комбината. Вы сказали, от 7 там, до 10 дней вам нужно для того, чтобы усушка произошла, там, утруска и так далее. Насколько я знаю, существует экспресс-анализ. Там можно просто в печь положить, просушить, и вы бы через час уже бы имели бы предварительные результаты. Это раз. Второе. Вопрос вот по обращению граждан. Вы сейчас пытались ответить на него, что только через Киев вам можно позаплановые выезды осуществлять. То есть если вы главе комиссии по экологии, ну вот так, отвечаете в течение 4 лет, я понимаю, обращения любых экоактивистов, они бесполезны, да? Листья сейчас палят, кабеля палят, загрязняют среду везде. То есть это бесполезно, это дверь с закрытым. И скажите, сколько у вас человек в штате?
Значит, и бюджет ваш, да. Вопрос первый, что касается грунтов. Есть определенная технология проведения анализов. У нас не предусмотрены и лаборатория не аккредитована под экспресс-анализ. У нас есть определенная процедура, которая узаконена системой управления качеством. То есть вот у нас это вопрос касается не только от Радевского. Вы могли бы обратиться в город, вам бы сделали экспресс-анализ. А мы не можем обратиться в город. Имеете право. В Киеве нас согласовывать, да? Мы не обращаемся в город, мы не можем обратиться в город. Мы вообще, по большому счету, не должны были отбирать там никаких грунтов. Потому что у нас вопрос грунтов и вопрос состава, что находится в грунтах, это вопрос по закону. По Держпродспоживслужбу. Мы просто отобрали для того, чтобы сами понимать, что это такое. Удобрение, компост или там какие-то отходы лежат. Мы не знаем. Нам надо понимать результат. Мы это отобрали для себя. Теперь, что касается ответов на протяжении последних 4 лет и тому подобное. Вы знаете, я являюсь начальником этой инспекции с апреля месяца этого года. Ситуация, которая была здесь до меня, меня категорически не устраивала. Я неоднократно писал в Киев, да и Украины. Сюда приезжала комиссия с центрального аппарата, проводила аудит деятельности инспекции. Есть все бумаги и тому подобное. Сегодня идет ряд дисциплинарных проваджень по колышним керівникам, скажем так, этой инспекции. Поэтому я бы... Наверное, будет не совсем этично обсуждать тех, кого уже нет со мной, которых я не знаю, с которыми я не общался. Что касается ответов комиссии по экологии, я обязательно подниму все материалы этого года и посмотрю, какие там были запросы, и какие там были ответы и что там не так. Теперь, что касается штата. Значит, общий штат инспекции 79 человек. По сравнению с тем, что 6 лет назад в инспекции было 180, то есть мы можем понимать, что... качество проведения работы и качество проведения проверок. То есть по 3-4 проверки одновременно и на 1-2 инспекторов. По факту работает сегодня 68 человек. Из них инспекторского состава, то есть тех, которые осуществляют непосредственно проверки, 41. То есть сегодня у нас есть 40 инспекторов. У нас есть вакансии. У нас 10 вакансий. Мы эти вакансии за последние 5 месяцев 3 проводили конкурс для того, чтобы их заполнить. Я понимаю, есть активные жители города Запорожья, активные граждане. Пожалуйста, милости прошу, приходите, я вас на работу возьму. За 3 конкурса у меня как было 10 вакансий, так и осталось. Никто не подает даже документы. Пожалуй, приходите, я вас возьму на работу. У нас есть громадская рада. Давайте выступать на громадской раде. Давайте возобновим институт общественных инспекторов, который будет работать с громадской радой инспекции. Конечно, мы сами не тянем, а общественный инспектор может. И что касается опалого листа. Значит, по опалому листу нами разработаны листовки. Эти листовки мы лично ездили по школам, по левому берегу, по правому берегу, по частному сектору. Мы торжественно эти там вручали в школах, детям, в частном секторе людям, которые там проживают. Совместно с полицией запланированы выезды завтра, послезавтра, для того, чтобы через громкоговорители оповещать о последствиях сжигания листьев. Мы разместили информацию на сайте, и мы штрафуем по статье 77.1. Опять же, статья 77.1 подразумевает штраф в размере 136 гривен. Я не могу составить 500, я бы и 1000 составил, но я по закону не имею права это делать. Реакция, будь ласка. Включили, спасибо. Павел Георгиевич, а скажите, пожалуйста, по отрадному, два вопроса. Одно по отрадному, второе будет общее. Вопрос по отрадному. Название вещества, которое воняет, вы установили? То есть вы не можете установить название вещества? Это не наш функционал устанавливать какое там вещество. Хорошо, подскажите тогда, как инспекция, да? А чей функционал установить, какое вещество воняло? Статья 19. Відповідно до закону України про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною, та положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів, підпункт 3, пункт 4,
Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль за збором, утилізацією та знищенням загиблих тварин і відходів тваринного походження. Тобто вони повинні були встановити, какое вещество именно воняло? Устанавливается, что это? Какая-то азотная группа, органика, что это такое? Державная экологическая инспекция имела отношение к этому до 2015 года, когда действовал закон про отходы. С 2015 года у нас это забрали, у нас нет этого функционала. То есть название вещества установлено или нет, как вы в курсе? Нет? Ну, у меня нет такого. У вас такого нету, да? Нет. Хорошо, и второй вопрос более общего характера. Скажите, как у вас какая инспекция? Есть разрешение предприятия на выходы? Ну, уже не подписывают там раз 10 лет. Я думаю, экологи меня поправят, как правильно называется. Ну, разрешение предприятия на отходы? Нет. На выкиды там они раз 10 лет. На выкиды, да. Есть его? У вас есть эти сами разрешения? У нас? Да. Вы их видели когда-нибудь? А зачем нам разрешение на выход, на выброс? Предприятие получает... Дозвол на выкид. Дозвол на выкид подписывает? Мы приходим на проверку предприятия, требуем этот дозвол, идем к источнику, к трубе. Подождите, у вас оно есть как бы? То есть у вас его нет? Мне просто интересно, где оно есть, кроме предприятия? Есть у предприятия? У кого оно еще есть? В департаменте, который выдает. Мы запрашиваем департамент. А сейчас выдают Киев, да, министерство? Только первую группу, вторую, третью выдает департамент. Меня больше первая группа интересует. Первая выдает министерство. Перед выходом на проведение плановой проверки мы запрашиваем официально организации, ну или департамент, или министерство, получаем дозвел, выходим на предприятие, смотрим. То есть перед проверкой у вас дозвел есть, да? Сейчас вы проверяете Запорожсталь с понедельника? Ну, мы проверяем ее сейчас. Скажите мне такой вопрос. Вот меня как бы не специалисту интересен. Вот пыль – это лето. Но основные выкиды по пыли – это лето. Основные выкиды по газу – это лето. А почему мы постоянно крупные заводы проверяем осенью, зимой? Вот вы с апреля месяца руководитель. Да. То есть проверку вы назначили на это время? Нет. А кто? Плановые проверки на следующий год формируются предыдущим годом до 1 ноября. То есть сегодня мы формируем до 1 ноября проверки на 2020 год. То есть мы можем запланировать сегодня уже проверки на 2020 год в летнее время? Можем в летнее. А не осеннее, да? Мы их так и планировали. То есть, Запорожсталь проверяется, извините, сейчас конец октября месяца. Ну, то, что мне досталось в наследство, я с тем и живу, понимаете? Я же ничего себе другого придумать не могу. Вопрос исчерпан. Ну и по поводу названия вещества хотел, чтобы кто-нибудь ответил из выступающих. Кто это установил? Или кто был обязан установить? Смотрите, у нас есть отбор грунтов, мы его отобрали для себя. Если у нас будет информация через 7-10 дней, что это за вещество, мы обязательно информацию выкинем на сайт. У нас открыт, ну, есть сайт, там полностью вся информация в доступе и ничего. Но сейчас мы можем сказать, что на сегодняшний день мы не знаем, какое вещество травило жителей города Запорожья. Название вещества мы не знаем. У нас нет возможности, правильно? Я бы не совсем был так категоричен по поводу слова «травило». Не знаю. Ведь раньше... Сильно воняло. Вот смотрите, я вам отвечу просто не как чиновник, а как человек. Да. Проблема предприятия в том, что они на месяц опоздали с раздачей этого... Даже на два. Все. Надо в сухое время было. Каждый год... Они раздавали, никогда проблем не было. Сейчас они просто или не успели, ну извините, или прохлопали. Туманы, дожди, размокло и все. Я с вами согласен. Название вещества, которое не знаю, я не знаю. Получится у меня узнать в моей лаборатории. Я его официально выкину, опубликую на сайте. Если не получится, вместе с Держпродспоживслужбой мы определимся, кому мы отдадим, куда мы отдадим. И они у себя на сайте будут размещать. То есть, понятно, в принципе. Ответа нет. А у меня есть такая пропозиция, Виктор Пилипович и Павло Георгиевич. Ну, это больше так будет стосуватися вас, как очільника Держпродспоживслужби. Да? Ну и за допомогою, дякуючи роботі екологічної інспекції, що вони відгукнулися в неділю на моє прохання зібрати комісію по чрезвичайним ситуаціям, тому що дійсно дуже вже, вибачайте за слово, воняло, так що вже дихати ніколи було. І в мене є така пропозиція. У нас же сьогодні, як кажуть, сесійний день, тут знаходяться депутати від округів. Ми просто дамо таке доручення вам. Доручення. Ми не можемо вам приказувати, але ви теж живете в цьому місті, ви. Доручення те, щоб там, наприклад, через там, скільки потрібно, 10 днів чи скільки днів, були оприлюднені результати цих
досліджень, які були проведені. От. А також були оприлюднені результати, ті, що наложила екологічна інспекція на підприємство, це фабрика, чи як там вона називається, все інше. Далі до цього ми можемо сьогодні зачитати, вони є. Є свідчення, чи як там, заключення двох котелень на альтернативному паливі. Про те, коли проводилась перевірка, можна ще перевірити, якщо хтось не довіряє, будемо казати так. А також повний аналіз на сьогоднішній день від водоканалу щодо ситуації, які відбувалися, чи були, чи не були, ті чи інші аварійні ситуації. На сьогоднішній день їх немає, витоків немає. Тому в мене є така пропозиція, от сьогодні у нас там 30-те, десь там понеділок, якщо не помиляюсь, буде 11 листопада, ось десь до цього часу дати відповідь депутатам, на, наприклад, на комісії, яка на комісії, яку очолює Басов Олексій Юрійович, екологічна комісія, і долучити до цього всіх депутатів, хто хочуть. Чому би ні? А якщо ви запам'ятали, може забули, що ми на прошлій сесії з вами всі, ну хто голосував, хто не голосував, я так думаю, що більшість голосувала. Ми з вами направили, підтримали, ви підтримали цілий пакет для того, щоб допомогти і екологічній інспекції, і Держпозивслужбі, а насамперед нам з вами, як представникам жителів міста Запоріжжя, щоб на законодавчому рівні були поміняні на сьогоднішній день можливості впливу органів місцевого самоврядування на підприємства, забруднювачі чи то повітряного, чи то водного басейну. Також були направлені, Валерій Галич, якщо не помиляюсь, сьогоднішнім народним депутатам також листи, що стосуються цієї теми. Я маю увагу сьогоднішнім депутатам від міста Запоріжжя, які сьогодні для того, щоб, як кажуть, прискорити вирішення на рівні Верховної Ради тих чи інших питань, які стосуються сьогодні впливу органів місцевого насамперед самоврядування на ті чи інші, як кажуть, ситуації, які відбуваються у нас у місті. І ще одне, на сьогоднішній день, те, що я бачу, ну, мабуть, всі бачите, а ще більше бачать жителі. Я так розумію, що на сьогоднішній день у нас є там обласна державна інспекція Запорізької області, у нас є головне управління Держпозивслужби Запорізької області, є у нас Запорізький обласний центр гідрометеорології, так ви правильно називаєтесь, також у нас є Запорізький обласний центр Міністерства охорони здоров'я України, да? Державні всі ці установи. Але ситуація склалась так, що а нема кому чогось сказати. Ніхто не знає, а що відбувається. Тобто людям потрібно було, як кажуть, системи сповіщення немає на сьогоднішній день. Я розумію, що можна казати, що там вихідний день це був, чи там ще щось. Я зараз не буду казати, у кожного свій графік роботи. Але якоїсь централізованої, як кажуть, інформаційної такої для людей, щоб їм довели те, що відбувається, що робиться, що там провели дослідження колекторів каналізації міськводоканалу, провели там... будемо казати, перевірки там, того ж заводу Славутич чи тих же чи інших котелень. І сказати, що це не є там, сказати, таким загрозливим для життя. Але неприємний запах є. Тому на протязі там, 3-4 днів будуть взяті проби і так, і далі буде даний висновок. Цього нема. Тому в мене таке теж таке недоручення, таке прохання до депутатів на сьогоднішній день. Валерій Гаврилович, вам очолити цю роботу для того, щоб разом із, я розумію, державними службами на сьогоднішній день, вони то не підчиняються, як кажуть, міській раді Запорізькій, але ви відпрацювати таку систему сповіщення людей, якщо відбувається те чи інше, вибачайте, явище і все інше. Ще є запитання до Павла Георгійовича? Так що насчет доручення? Підходить таке? Я думаю, підходить. Роман Леонідович, у вас є що додати? Ну, тоді можна сюди виходити. Валерій Ольович, дякую.
выполняя решение, распоряжение комиссии ТБЧС по городу Запорожье, специалистами Запорожского областного лабораторного центра 28 и 29 октября проведены мониторинговые исследования качества атмосферного воздуха, с результатами которых я и хочу вас ознакомить. В понедельник, 28 числа, по адресу Запорожья, Хортицкий район, и хочу акцентировать ваше внимание, что эти мониторинговые исследования проводились и выбирались эти точки, которые именно и звучали в обращении граждан. Это те адреса, по которым и были зафиксированы данные обращения. Хортицкий район, улица Лахтинская, 15. Исследования проводились по 13 показателям. Я не буду вас утомлять перечислением всех этих ингредиентов, если есть необходимость, перечислю компонентов, на которые обследовали. Превышение предельно допустимых концентраций 28 числа не установлено. 29 числа, во вторник, вчера, по Вознесеновскому району, улица Жаботинского, 15, также по 13 показателям зафиксировано превышение ПДК по трем ингредиентам. Это фенол 1,4 раза, сероуглерод 1,56 раз и сероводород в 1,25 выше ПДК. Это все, что касалось этой ситуации. Вместе со всем прочим, хочу вас донести до вас следующую информацию, что в связи с широким общественным резонансом, с информационной кампанией активно в средствах массовой информации, с обеспокоенностью жителей и населения качеством атмосферного воздуха в городе Запорожье в период сжигания листьев, который совпал с так называемым неблагоприятным, с периодом неблагоприятных метеоусловий, многосуточными туманами, то, что называлось в соцсетях смогом, было принято решение специалистами Запорожского областного лабораторного центра усилить наш мониторинг качества атмосферного воздуха. И какие результаты мы получили на прошлой неделе. С 18 по 25 октября выполнено 55 исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки Заводского и Днепровского района по 20 ингредиентам загрязняющих веществ. Зарегистрировано 9 превышений предельно допустимых концентраций, что составляет 16,3%. Для сравнения, предыдущая неделя 9,5%, аналогичная неделя прошлого года 14,3%, и средний многолетний показатель 17,3%. Немножечко вас поутомляю цифрами, но конкретика здесь важна. Это лабораторные исследования, это не предмет философии, это совершенно конкретные, абсолютные данные. Вознесеновский район, 22 число, улица Гагарина, фенол 2,6 выше ПДК, сероводород 1,1 выше ПДК, сероуглерод 1,6 ПДК. 23 число, Вознесеновский район, улица Волгоградская, фенол 2,2 ПДК, сероводород 1,1 ПДК, Заводской район, улица Образцовая, фенол в 3 раза выше ПДК, сероводород 1,2 ПДК. Вознесеновский район, 25 число, бульвар Шевченко, фенол в 3 раза выше ПДК, сероводород 1,2 раза выше ПДК. Информация о проведенных исследованиях была размещена внепланово в четверг на сайте нашего учреждения и на официальной страничке нашего учреждения в Facebook. Также было принято решение о проведении серии фоновых мониторинговых исследований качества атмосферного воздуха с применением мобильной лаборатории мониторинга окружающей среды. Исследования атмосферного воздуха, проведенные мобильной лабораторией, проводились 24, 25 и 26 числа в субботний день по адресу город Запорожье, улица Мира 1. Это на территории нашего учреждения. Исследования проводились по 16 показателям. Не буду их перечислять, какие. Всего проведено 188 исследований по отмеченным ингредиентам, в том числе 24-е, четверг, 15 исследований, 25-го, 94 исследования, это пятница, и 26-е число, в тот день, когда регистрировалось наибольшее количество обращений, 79 исследований. Превышение гигиенических нормативов содержания исследуемых веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
Вместе с тем мы констатируем о том, что содержание формальдегида награничилось на границе предельно допустимой концентрации. Обращаю ваше внимание для корректной интерпретации поданных мною результатов, что вот эти исследования, они проводились, эти исследования и те исследования, которые проводились до того в местах, где возникали жалобы, они проводились вне факельные. То есть это реальная атмосфера, реальное содержание загрязняющих веществ в воздухе. В принципе, и по ситуации на Бабурке, и в Хортицком районе, она вполне стандартная для уровня загрязнения для нашей территории для этого времени года. Вот те цифры, которые мы говорим с отклонениями, где проводился мониторинг, эти замеры проводились в наших контрольных точках по факелу, учитывая розу ветров, поэтому это немного другие показатели. Более вот конкретно и касательно этой ситуации, с которой мы с вами сегодня начали, то есть уровень загрязнения воздуха в этом массиве ничем не отличается от тех показателей, которые мы наработали за последние много лет, так называемые средние многолетние показатели. У меня, в принципе, все. Базу, будь ласка. Включите. Роман Леонидович, ну, у меня вопрос аналогичный, как к вашему коллеге. В октябре месяце от нашей комиссии мы направляли вам запрос на проведение проверки по улице Криворожской. Вот обращаю внимание, что это было личное обращение на нашу комиссию гражданина Украины Нинова Василия Филипповича. Это ситуация с 402-м заводом. Вы знаете, там неоднократно были какие-то источники загрязнения, что-то сжигают. Я хочу узнать, выполнялись ли замеры, потому что прошло немного времени, я не знаю. И в какой срок вообще вы такие обращения рассматриваете? Ну, потому что ответа мы пока и не получили. Спасибо за вопрос. В любом случае, практики не ответов на любые заявления, сможем мы это реализовать или нет, у нас нет. У нас четко работает система в Орходеле, поэтому в любом случае, если ответа нет, вы его получите. По данной конкретной ситуации я, к сожалению, не могу. Запросов много разных. Можем обменяться телефонами или в рабочем порядке. Мы всегда подскажем и расскажем. Просто для общего понимания, наше учреждение не является органом, центральным органом исполнительной власти на местах. Мы не являемся контролирующим учреждением. Поэтому мы работаем в соответствии с нашими уставными документами. Мы по уставу не имеем права рассматривать заявления частных граждан, принимать их и реагировать, выходить с проверками. Но мы никогда не отказываем, и количество нашего участия по разным проблемным вопросам, ну, наверное, вряд ли какое-то другое учреждение может показать такие же цифры. Ни один раз отказано не было. В каком формате мы работаем? Мы понимаем, надо помогать людям, надо помогать коммуницировать. То есть, если создается комиссия органами власти, куда включают наши специалисты. Наши специалисты в полном объеме, используя весь потенциал того лабораторного оборудования, которое есть, используя весь потенциал и все знания специалистов по разным отраслям, мы тоже применяем и наши выводы даем для принятия управленческих решений данной комиссии. Точно так же мы работаем и с правоохранительными, и с силовыми органами, и с органами власти по всем любым другим вопросам. Поэтому, допустим, обращайтесь, ответ получите, посмотрите, какая-то конкретика, сейчас мне сложно сказать. Еще раз добавьте. Включите микрофон. Роман Леонидович, тогда просто нам разъясните, потому что я вот прослушал трех специалистов, и я как представитель комиссии не понимаю, кому же должны обращаться граждане нашего города, если они вот слышат запах, у них ухудшение здоровья, как они нам пишут в обращениях, вот кому? К вам, к экологической инспекции, к какому-то департаменту, может быть, сразу Министерство охраны здоровья или в ликвидированное Министерство экологии. Куда обращаться? Обычным гражданам, которые задыхаются. Ну, я так думаю, вопрос... Это не претензия к вам, просто нам расскажите, вы же специалист... Ну, действительно, раньше каждая служба, каждый отрабатывал свои вопросы в рамках своей компетенции. К
Когда существовала такая структура, как санэпидстанция, мы никогда ни на кого не переправляли жалобы, мы все делали самостоятельно, четко в сроки на эти жалобы отвечали, и в 80% жалобы подтверждались, и мы принимали какие-то меры и давали в срок ответы. Ну, если на сегодняшний день система не срабатывает так, как она должна, построена, ну, увы. Есть в области создан муниципальный колл-центр. В городе есть линия 1580. Есть контролирующие органы, допустим, которые имеют право проверять. Пожалуйста, к ним можно и нужно обращаться. Они получают запрос. Да, пусть сложная процедура, но как бы вопрос не мой, пусть они сами. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Включайте, кратко, если сказать, для понимания, но чтобы всем было понятно, включайте нас в комиссию, мы отработаем все наши вопросы по полной программе и, естественно, на безоплатной основе. Розумієте, Роман Леонідович, то, що ми включимо чи не включимо в ту чи іншу комісію, той чи інший орган, чи це буде екологічна інспекція, чи це буде, там, не знаю, Держпродспоживслужба, чи там ваша установа. Можна набрати велику базу даних, але от цього нічого не мати. От ви кажете, провели скільки-то спостережень там за якийсь час. Ну і далі що? Що з цим далі робити? Кому пред'явити претензію, що там той чи інше підприємство, чи той чи інший там фізична особа, ну, листя пала, чи там забруднює водний чи повітряний басейн? Ну от кому? От ваше бачення. Ваш Віктор Пилипович, ваше. Роман Леонідович чи Павло Григорович, от кому, до кого звертатися? А то у нас, вибачайте, я, звісно, скажу, у нас, от, як ото знаєте, у всьому міський голова. Хто усрав, сневістка. Вибачайте за такий сленг, але так воно є на самом ділі. Тільки що і все. Та ну, так, да, я розумію, запахи і все, можна все казати. Але в мене така ще одна пропозиція. Я думаю, депутати підтримають. Валерій Радич, у вас проєкт комісії є, да? Можна його зачитати? Можна, з собою нема. Ну, в мене є така пропозиція. Створити нашу комісію. Хто туди війде, будь ласка, за бажанням. Для того, щоб ми могли перевіряти, не дотримуючись там якихось дозволів, як кажуть, із центрального виконавчого органу, який є сьогодні Мінохорони природи, да? На дозвола. Хто дає дозволи нам на екологію? Ні, ну на перевірку, от, наприклад. Ні. Мінекології, да? Ну, от, за... Розумієте, коли палатка стоїть біля обладміністрації, мені теж кажуть, у вас же є інспекція по благоустрою, підіть і наложіть штраф на неї, хай відтіля він вийде чи піде куди-небудь. А пропозиція в мене дуже проста. Зробити свою комісію і перевіряти ті чи інші підприємства на основі тих даних, які є ось у... Ну, а паралельно з цим, на рівні Верховної Ради, прийняти на законодавчому рівні рішення, щоб орган місцевого самоврядування, чи то депутат, чи то представник того чи іншого департаменту, чи управління, чи це буде ця комісія, мали можливість перевіряти ті чи інші підприємства, які загрізняють. Перевіряти привищення чи не... Так, да. От і все. А ми з вами придумаємо, кого ми будемо штрафувати. А чого? Тому, а так ми тут нічого так не доб'ємося. Все у вас, питань немає? Да, будь ласка, прит. Я бачу. Роман Леонидович, на прошлой сессии выделили деньги для страхования автомобиля и там на хознужды. Скажите, пожалуйста, когда эти деньги пойдут по назначению и что для этого сделано?
Мы сейчас занимаемся подготовкой документов для проведения тендерных процедур. Мы казначейское учреждение. Уже месяц прошел. Работает через казначейство. Я понимаю, мы получили. Вы успеете до конца бюджетного года эти средства? Мы будем все для этого делать. Будет скажите, вы успеете? Виктор Иванович, в зависимости от того, когда мы их получим. Вам деньги задерживают? Срок, обозначенный в документе, он еще не наступил, там написано ноябрь. Ну, может быть такое, что вы придете на следующую сессию и скажете, мы не успели, извините, если мы долго готовились, долго кто-то болел. Если это будет в конце ноября, несмотря на все наши усилия, на загрузку документов Прозора, на очекованную вартість, на процедурные моменты их никак нельзя подвинуть или вот обойти. Вот где эта точка, когда вот риск начинает, когда это будет? Ну, в идеале до первую неделю ноября. То есть у вас осталась одна неделя, и все. То есть через неделю вот эти деньги, которые это сам выделили, вы их не сможете ни освоить, ни застраховать автомобиль, и он еще год или там до следующего бюджетного года он будет стоять на привязи вот в лабораторном центре, правильно я понимаю? На самом деле так. То есть кто в этом... Такие риски есть. То как мы можем вам помочь, вот Владимир Викторович, мы депутаты, что вам нужно для того, чтобы за эту неделю оформить все документы, что нужно сделать? Виктор Иванович, может я немножко неправильно высказался, мы готовы и за неделю и начать работать со следующего дня, мы деньги еще не получили. А кто вам выделяет, кто вам платит деньги? Горсовет. Горсовет. А что с горсовет? Кто может пояснить в горсовете, почему до сих пор еще деньги не пришли? Кто там у нас? Кто там финансист? Кто может дать ответ? Почему до сих пор деньги не пришли? Кто там? Валентина Ивановна, кто? Валентина Ивановна, что вы сделали для того, чтобы деньги пришли? К микрофону подойдите. Ну, к сожалению, все, наверное, знают о том, что у нас дефицитный бюджет, поэтому мы на сегодняшний день испытываем недостаток средств финансирования всех непервоочередных мероприятий, поэтому есть на сегодняшний день задержки с финансированием некоторых выполненных объемов работ. Поэтому есть календарный план финансирования, по которому мы осуществляем и в первую очередь обеспечиваем защищенные статьи расходов. Рид, будь ласка. Ну, добре, тоді слово передамо про. Ви розумієте, о чому річ, так? Да? Все сделалось для того, чтобы лаборатория стояла на привязи и не работала. Благодарю вас, Валентина Ивановна. Город это оценит. Я думаю, если внимательно посмотреть, Владимир Викторович, то Валентина Ивановна не все свои полномочия выполняет так, как надо. И можно рассмотреть решение о отстранении ее от занимаемой должности. Смілива заява. А скажіть, будь ласка, я ж не проти лабораторії, ви не проти, і Валентина Івановна не проти лабораторії, да? Але спочатку купи машину, а потім ще дай гроші на те, щоб вона завелась і поїхала. Ну так же? Це наша громада, прерогатива, що ми повинні купляти цю машину, потім давати кошти для того, щоб вона ще поїхала. А сьогодні ми кажемо про те, що Валентина Івановна винувата, бо із-за неї, бо вона не перечислила коштів, і за неї вона буде скажати на привізі. Чого ви не провели на очікувану вартість? Подалі. Подалі. Ну, так чого тоді ви кажете, що проблема в тому, що коштів із-за коштів немає? Подали на очікувану вартість, проводять торги, а кошти прийдуть.
Дело в том, что мы имеем право распоряжаться деньгами, мы работаем через казначейство. Для того, чтобы казначейство у нас приняло любой документ, нам нужно еще согласовывать в Минздраве довідку про зміну кошториса. Без этого никакие деньги просто не идут. Тому у нас, знаете, як ото, якщо щось робиш, то в чомусь винувати. Якщо ще й дав гроші, так ще й чого ти дав їх? А тепер ще за це будеш відповідати. Просто є процедура определенна, яка дозволяє будь-якій операції завершитися. І я уверен, що Фіндепартамент об этом знає. Це було при первой покупке лабораторії, коли 2 роки назад тормозили закупку самої машини, коли був вопрос з освоєнням средств до Нового року. А зараз та ж картинка повторяється. Віктор Іванович, я скажу одне. Якби в нашій країні кожен займався своїм і відповідав за те, що він, на що які обов'язки на нього зложені, щоб ми з вами з бюджету розвитку не перетягували мільярд чи скільки там на захищені статті, щоб ми не думали сьогодні про те, що 11 чи скільки мільйонів потрібно положити на діаліз, чи 4 мільйона 400 потрібно положити на цих, вибачайте, цукровий діабет. І так все. На освіту недостатня субвенція, дуже багато чого. І всіх все ми хочемо тільки з нашого бюджету це все зробити. Прасол, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. От з першого виступаючого хотів включитися так в обговорення, але в мене такий невеличкий нокдаун фактично. Да? У мене когнітивний дисонанс стосовно виступаючих усіх. У нас фактично на сьогоднішній день ми бачимо очну ставку між всіма галузами, які відповідають за нашу екологічну ситуацію в місті Запоріжжі. Але, на жаль, навіть при тому, що вони тут сидять разом в цій залі, з цих трьох ніхто не відповів, що є в них якась відповідальність. Кожен каже, що я нічого не можу. Мені це нагадує якісь там американські серіали, там, де поліція каже, гребані федерали, ми нічого не можемо зробити. Все вони нас забирають. Стосовно проведення тендеру за ті кошти, які міська рада проголосувала та виділила, я вважаю, що юлят. Чому? Тому що дуже багато тендерів і в Запорізькій міській раді було проведено без грошей. Дуже багато чого було встановлено вже і по депутатському фонду також без грошей і очікують без грошей, коли вони будуть. Якщо вам потрібно гарантійне письмо, я думаю, вам дадуть це гарантійне письмо, що ви отримаєте. Хто вам заважає сьогодні вже, а наприкінці там минулої сесії, яка це була, можна було почати, вже місяць ви б займалися тендерною документацією вже, виставили б це на цей тендер прозоро, виграли б та чекали ці гроші. Як це зробив, коли нам депутати обласної ради дають кошти з депутатського фонду? Ми так само робимо. От в мене є, наприклад, Маяковського 20, де я вже 7-й місяць чекаю, коли мені там поставять печки газові, але їх не ставлять. Але тендер вже відбувся. Все добре. Вони сьогодні стоять в магазині та чекають, коли гроші перерахують. Тому, кажучи про те, що у вас немає грошей і ви не можете нічого зробити тендерну документацію, мені здається, що ви нас трохи обманюєте. Дякую. Михаил Викторович, ни в коем случае никто не юлит и тем более не вводит в заблуждение депутатский корпус. По тендеру, который предполагается, единственная тендерная процедура, которая предполагается по целевому назначению выделенных денег, это оформление страховки. Он уже висит на сайте в Прозоро. Два остальных момента, на которые предполагается выделение денег, это приобретение топлива и техническое обслуживание автомобиля. Там с гарантийным письмом ни на АЗС, ни на станцию техобслуживания, ну, безусловно, не приедешь. Тендер. Исключительно был вопрос в тендере по страховке. Мы его уже выложили. По топливу там специалисты нашего финансово-экономического отдела проработали. Мы сможем приобрести это без тендера. Зрозуміло. Сірий, будь ласка. Слушайте, я хотел бы вернуться все-таки к теме, с которой мы начинали. Вы зачитали цифры, вы зачитали замеры, да? Жалоба жителей города была обоснована вот несколько дней назад, да, вот это Хортицкий район, очень сильно там были какие-то запахи неприятные, Днепровский район.
Вы говорили о том, что вы заводили замеры, там, факельные точки, контрольные точки и так далее. Вы, самое главное, заводили замеры вот в этой организации, о которых два предыдущих докладчика докладывали? В Отрадном, там где-то птицефабрика. Вы анализы воздуха там брали или нет? Это тот же самый загрязнитель, который был в Хортицком районе или в Днепровском районе, или что-то другое, да? Вы сейчас подготовьтесь к ответу. Я со своей стороны хотел сказать, Басов вышел из зала, к сожалению, не могу ответить. К примеру, предыдущий руководитель нашей экологической инспекции Запорожской области от меня получал несколько раз депутатские звернения, я отвечал на них, ну, в принципе, в срок. У меня есть вопросы, может быть, по фабуле и формулировке ответа, где-то мы ведем там переписку контрольную, да, и так далее. Но чтобы это было нарушено, я такого не встречал. Поэтому для меня, ну, объективно говоря, наверное, какой-то нонсенс в этом направлении, что целому председателю комиссии не отвечают на комиссионные обращения. Ну, это для меня как минимум странно, да? Поэтому давайте вопрос к вам резонансный. Ответьте, пожалуйста, по поводу отрадного. И что это было за вещество? Виталий Рябцев спрашивал у предыдущего докладчика, что это было, в частности, за вещество, которое давало такой неприятный запах. Предыдущие докладчики не смогли ответить. Это логично, потому что они не представляют лабораторию. Вы в этом направлении специалист. Поэтому дайте, пожалуйста, понимание, насколько это вредное вещество, что это за вещество, да, и то ли самое это вещество, которое было в отрадном. Спасибо. Дмитрий Викторович, как было сказано выше, какие именно вещества содержатся или регламентируются в том или другом технологическом процессе, в частности, птицеводчество на данной фабрике, это прерогатива контролирующей службы, та, которая работает и осуществляет надзор и контроль над, за данным предприятием. Держпродспоживслужба. Ну, я не имею права, наше, давайте вот еще раз, наше учреждение не является контролирующим органом. Мы, правильно, мы работаем исключительно в той зоне, где проживают люди, в границах жилой застройки. В Отрадном не проводили. Ну, на самой птицефабрике нет, и единственное, где мы обязательно проведем, это на границе санитарно-защитной зоны. О том, что это именно отрадное, стало известно только вчера по результатам работы комиссии, во всяком случае. Поэтому, естественно, обладая теперь такой информацией, мы эти замеры проведем на границе санитарно-защитной зоны. Каждое предприятие имеет свою санитарно-защитную зону. Что касается дальше, ближе к ней, это уже экоинспекция проводит там внутри свои замеры при проведении проверок. Включите микрофон. Сирый, будь ласка. Я дико извиняюсь, но я вам хочу сказать следующее. Была резонансная ситуация в городе, да, были там какие-то запахи, были жалобы жителей, мэр города отреагировал, создал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Вот вы собрались все, теперь вот вы втроем говорите, мы не знаем, что это было за вещество, но мы хотим всех уверить в том, что это было безопасное вещество. Городская власть со своей стороны сделала то, что должна. Вы теперь специалисты должны разобраться в этой ситуации, дать нам какой-то вердикт. То ли это опасно для жителей, то ли это не опасно для жителей, и как с этим жить дальше. И вы втроем стоите и говорите о том, что это безопасно, но вы, как руководитель лаборатории, о том, что это отрадно, узнали вчера и никаких замеров еще не проводили. А что это за доклад такой, я не пойму. По самому отрадному, по источнику, действительно, вся комиссия пришла к выводу, что это сделано вчера. Те лабораторные исследования, которые проводились с мест, откуда поступали жалобы, а именно это Бородинский и Хортицкий район, мы провели там исследования, и никаких отклонений от привычной картины или каких-то дополнительных загрязняющих веществ. То есть это был просто запах? Безусловно. Ну, по нашим лабораторным данным, да. Мы не обнаружили никаких, мы провели исследования по 20 веществам. Спасибо.
Вы просто, я вам хочу сказать, вот этими своими действиями, знаете, вот косвенно, но дискредитируете Запорожскую городскую, в том числе исполнительную власть и депутатский корпус. Потому что люди идут на приемы к депутатам и говорят, к примеру, а почему вот так, а почему не вот так? Люди говорят, мэр города плохой, потому что вот так, а не вот так. А на самом деле, вы меня извините, но этот контроль должны регулярно проводить вы. И сейчас, когда уже случилась ситуация, даже на основании заседания вашего чрезвычайного комитета, вы не можете дать все вместе вердикт о том, что это было, как это было и откуда это было. Это не ответ, поймите. Людей это не устроит. Чем они дышали все это время? Дайте, пожалуйста, ответ. Басов, будь ласка. Слышно? Я бы все-таки хотел вернуться к нашей мобильной лаборатории. Там тендер вы проводите, будет она работать в этом году или не будет, это никому еще не понятно. Скажите, пожалуйста, как она в принципе планируется, ее работа? Будет ли выезжать эта лаборатория мобильная по обращениям граждан, или по обращениям депутатов, или по обращениям городской, областной власти? Разработали ли вы положение такое на сегодняшний момент? Это же не требует денег там? Да? Ответьте, пожалуйста, чтобы все слышали, знали. Спасибо за вопрос. Мы выполнили весь комплекс мероприятий, которые могли, и даже больше, что касается нашей службы. Прежде всего, мы внесли изменения, помимо всех работ по установке, по налаживанию оборудования, по выходу на проектную мощность, мы внесли изменения в наше штатное расписание, что позволит нам работать круглосуточно. Естественно, какой-то механизм, он не может быть в ручном режиме, какой-то механизм взаимоотношения с городской и областной властью, он должен быть. Поэтому должен быть, пока нет региональной программы или другого нормативного документа, единственный ситуативный выход, который мы нашли, это регламент взаимодействия между городским советом, городским исполкомом и нашим учреждением, в том числе и по рассмотрению граждан. Этот проект мы разработали и направили в департамент экологии горисполкома, он находится там на рассмотрении, по взаимодействию с областными депутатами. Вчера было областное совещание по инициативе городских властей, где принято решение завтра уже собраться специалистам всех учреждений, которые занимаются вопросом экологии, для разработки проекта регламента взаимодействия, и проект предоставить уже в пятницу. Поэтому при наличии финансирования и прохождения всех этих процедур, в принципе, мы готовы начать работу в формате 24/7. И, безусловно, нам просто не будет носить смысловой нагрузки, если мы не будем ориентироваться на жалобы людей. Просто как это будет выглядеть? Ну, условно говоря, чтобы сейчас так глубоко уже не нырять в детали. Если есть 7 или 8 обращений, то тогда или оператор, или наш специалист определяет, куда именно ехать данному автомобилю, в какой день, и по какому адресу или по нескольким адресам. Поэтому, если кратко, то, безусловно, да. Это была одна из задач, которая ставилась при возобновлении функционирования мобильной лаборатории. Гординский. Добрый день, уважаемый Владимир Викторович, Руслан Александрович, коллеги, жители нашего города. Действительно, мы подняли очень горячий и больной вопрос. Вы хорошую идею предложили насчет комиссии. Пусть она не совсем идеальная, недосконалная, кто скажет. Но я считаю, я предлагаю как бы предложение. Давайте на сегодняшний день у нас есть постоянно действующая комиссия по вопросам экологии. Давайте дадим доручение или все, что мы можем в наших полномочиях, обяжем, чтобы на этой комиссии при каждом заседании присутствовали уполномоченные люди на уровне заместителей, может быть, или тех, кто способен решать вопросы экологии в подотчетном регионе, из каждой из этих служб. И это будет повысит оперативность работы нашей комиссии. И это будет толчком для начала, для создания той комиссии, и будут нарабатываться уже пути решения, на основании которых будем вносить изменения в высшие верховные законодательные органы. Дякую. Сирий, будь ласка. Ремарка. Я с уважением отношусь ко всем депутатам Запорожского городского совета, ко всем нашим регулярным комиссиям, но я до конца не понимаю, почему
Я хотел, в принципе, наверное, сказать то, о чем сейчас говорил Виктор. Я не понимаю до конца, почему за 4 года работы вот этой комиссии, я не являюсь членом профильной комиссии по экологии, я не понимаю, как устроена работа комиссии по экологии, я не собираюсь ее осуждать. Но я хочу сказать, что я не, в данном случае не могу себе взять на заметку, почему за 4 года вот представители вот этих трех организаций не присутствуют при работе самой комиссии непосредственно. Жалоб миллион. Депутаты разводят руками, ни один из них, по большому счету, в этой галузи, наверное, не специалист. Вот. Да, по большому счету, и вас никто не стимулирует, да, к тому, чтобы вы там вникали в проблемы и отвечали. Я думаю, что это надо взять за хорошее правило и на каждой комиссии в обязательном порядке присутствовать. Я думаю, вы не против, да? Или вы против? Ну, конечно. Безусловно, не против. Приглашайте, мы придем более открытого учреждения. Официальное приглашение нужно, правильно? То есть я думаю, что комиссия по экологии даст, и, возможно, даже и отдельные члены комиссии по жизнеобеспечению это тоже поддержат. Я готов подписаться под этим приглашением. Примем участие обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо вам, и простите, еще буквально несколько секунд, если позволите. Что касаемо мобильной лаборатории, у нас рабочая группа, которая принимает все ключевые решения, где есть возможность площадка пообщаться и получить максимум информации, или подсказать, возможно, нам что-то. Мы тоже не каждый день покупаем мобильную лабораторию. Поверьте, для нас это тоже непросто. Приходите к нам, пожалуйста. У нас есть представители общественности, представители депутатского, городского, областного совета, представители департамента экологии. Пожалуйста, мы будем вас тоже рады видеть у себя и с удовольствием примем все ваши рациональные предложения. На нашей базе мы проводим совещание рабочей группы по запуску мобильной лаборатории. Поэтому, пожалуйста, проинформируем вас. Мы собираемся на нашей базе для решения каких-то ключевых моментов на том или другом этапе. Нет, четкого регламента календарного плана нет, мы сообщим. Когда как к нам в улица Рекордная, 27, дату и время мы сообщим обязательно дополнительно через секретариат городского совета на нашем сайте. И если оставите свои координаты, вас лично пригласим. Спасибо вам. Добре. У вас все, да? А Москаленко, будь ласка, ще одне запитання. Підождіть, будь ласка, Роман Леонідович. Роман Леонідович. Дякую. Роман Леонідович, ну поки ви в цьому прямуєте до свого робочого місця, Роман Леонідович, до вас питання, Роман Леонідович. Щоб глибоко не пірнати, як ви сказали, я хочу, щоб ми всі зрозуміли алгоритм взагалі вашої роботи. Коротко. Ви чекаєте звернень фізичних осіб, чи і самі можете прислухатись, принюхуватись і приглядуватись? Тобто треба обов'язково, щоб люди почали дзвонити масово. Ви самі, ну, якби не моніторите постійно ситуацію. Дякую. Ну, я ж не. Ні-ні-ні, ну, щоб не чекати ініціативи органів, членів і членкинь, ви самі можете моніторити? А от якщо, ну, не воняє сьогодні, вибачте за термін, то зараз якась ведеться перевірка, от поки ми тут обмінюємося думками. Хтось принюхується до повітря в Запоріжжі чи ні? Із оцих трьох структур, які, ну, вони є, але їх насправді нема. Ну, правда, шановні колеги? Тобто от ви є, ви утримуєтесь на кошти платників податків, а в результаті то фізична особа не така, то ще щось, то треба чекати, поки Київ дозволить. Може нам тоді самим утворити міській громаді отакі от аналогічні структури і обійтися без оцієї всієї вашої бюрократія. Я прекрасно розумію, що основна задача чиновника – це досягти нірвани, коли його ніхто не чіпає. І посилатися на Київ, на курей і ще на когось. Дякую. Дякую. І все-таки в мене є пропозиція, шановні депутати. Як я казав уже, сьогодні ми
Я вважаю, маємо право на те, щоб дати доручення. А я вибачаюсь, Інна Георгіївна, вам нема чого додати чи щось? Добре. Ні, ну, щоб я тут сказали, запросили і слова не дали. Потім не дуже. Все-таки в мене є пропозиція. Ми, як, ви, як, вірніше, депутати Запорізької міської ради, даєте доручення з цим трьом службам, які сьогодні є. Ну, то вже можна казати, знаєте, як, ви будете казати, що це не по закону. Ну, вибачайте, така ситуація сьогодні склалась, що по закону чи не по закону, але, вибачайте, я хочу теж знати про те, що відбувається, як кажуть, з повітрям чи там з водним басейном. Була ситуація, у вас є якісь дані, в лабораторії є які дані, очолить це все, як кажуть, Держспоживслужба, да? Вона ж у нас опікується цим всім. І напротягом там 70 днів, наприклад, да, на наступне засідання постійно діючої комісії екологічної, щоб була якась доповідь тим депутатам, які там будуть, ну не доповідь, а обнародувати, як кажуть, а що ж воно було і наскільки воно впливає на здоров'я людей, а може не впливає. А друге, я хотів би це, щоб також депутати підтримали, це все-таки на базі, мабуть, на базі екологічної нашої комісії, яку очолює Басов Олексій Юрійович, скласти ще туди кілька депутатів, ще там, може, які-то органи, і створити свою екологічну комісію, яка могла б ходити і провіряти, ті, чи їздити ті чи інші підприємства. Разом із... Ми ж дали гроші на мобільну лабораторію, маємо право. Тим, тому чи іншому. І так, да, получить, як кажуть, да, може десь і не пустять, але буде написаний акт складений про те, що не пустили. А далі вже методи інші приймати. Тому в мене така є пропозиція. Я думаю, що підтримують. Так, да, будь ласка, включіть дальній мікрофон. Владимир Викторович, вы как раз были в отпуске, в смысле не в отпуске, на больничном, но выполняя ваше распоряжение, я уже провел пресс-конференцию, где рассказал о том, что мы такую комиссию создали. Всем депутатам, всем общественным организациям было дано предложение дать своих кандидатов для работы в этой комиссии. Самый, весь круг участников этой комиссии уже практически определен, и, наверное, на этой неделе мы подготовим распоряжение ваше о создании, о начале работы этой комиссии. Первое оргзаседание этой комиссии будет на следующей неделе. Такое ну, сообщение уже было как раз вот у вас. Зрозуміло, комиссии нема, я ще ж не підписав. Тому я кажу скласти цю комиссию. Вот як підпишу, тоді і буде комиссия. Це буде правильніше. Добре. Далі у нас по графіку, чи як там казати, слово просив Коломоєць, мабуть, да? Включіть мікрофон. Шановний Володимир Вікторович, шановні колеги, у нас сьогодні, звісно, гарячий день. Я думаю, що, можливо, він буде ще гарячіший, доки ми з вами не перейшли до політичних суперечок, бо, напевно, вони ще будуть попереду. Я хотів би нагадати всім, заакцентувати увагу, що цього місяця наше місто, і взагалі українці святкували там багато свят. Зокрема, ми з вами святкували День міста Запоріжжя, День захисника України. В нас на сьогоднішній день присутні тут в залі представники 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Це батальйон, який є запорізький, був створений з добровольців на початку війни і вже понад 5 років захищає наш мир, мирне небо Запоріжжя на нулі. Тут я, Володимир Вікторович, я би просив, щоб ви надали слово командиру 37-го окремого мотопіхотного батальйону пана Лановенко, і також присутній і заступник командира батальйону пан Максименко, також інші представники. Вони би хотіли привітати місто з нагоди цих свят. Я думаю, що ми можемо вшанувати і подякувати цим бойовим хлопцям і надати їм слово. Да, будь ласка, Павло Петрович. Виходьте сюди із своїми заступниками, чи хто там з вами прийшов, будь ласка. Доброго дня, пане Голово, доброго дня, депутати. Ми хотіли вас від себе особисто, від всіх військовослужбовців 37-го окремого мотопіхотного батальйону Запоріжжя привітати ваше місто, привітати вас особисто зі святом. І подарувати такий подаруночок, щоб ви завжди пам'ятали про це, що в вашому місті... Це якось несподівано. Хочу
Також з вашого дозволу, якщо ви не заперечуєте. Ні, не заперечую. Громада не заперечує, я не заперечую. Будь ласка. За значний внесок в розбудову Збройних сил України нагороджується відзнакою командира 37-го окремого мотопіхотного батальйону Константинов Олександр Олександрович. Хотілося оголосити подяку колективу «Запоріжсталь» за безцінну підтримку та вагому допомогу 37-му окремому мотопіхотному батальйону. Ваша добра воля і докладні зусилля – це гідний внесок в нашу спільну справу. Дякую вам. Є представник? Я ж ніякого відношення, навіть акції не маю. Дякую вам, депутати, дякую вам, голово, що ви постійно підтримуєте наш батальйон. Він є запорізький батальйон, так як на даний час, як і з дня сформування його, основна маса військовослужбовців – це є з міста Запоріжжя і Запорізької області. Спасибі вам велике. Так як трапилося, що ми територіально знаходимося не в місті Запоріжжя, ну, ми залишаємося вашим батальйоном і надіюсь, що в подальшому ми будемо співпрацювати, як співпрацювали. Так, потрібно. Дякую вам. Спасибо. Спасибо. Володимир Вікторович, шановні колеги депутати, насправді, я особисто пишаюсь тим, що доля мені дала можливість служити в Збройних силах України і стояти пліч-о-пліч з моїми побратимами з 37-го батальйону. І справді, ми з вами 14 жовтня святкували День захисника України. І я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх захисників України, які, завдяки яким, напевно, ми маємо українську державу, суверенітет, і я впевнений, що відновимо територіальну цілісність. Але, на жаль, в нас іноді стає трендом привітати в святкові дні, сказати добрі слова в урочисті моменти і, ну, подякувати навіть нашим захисникам. Але є певні речі, які, ну, мусимо обговорити і мусимо спільними зусиллями вирішувати. Нас вже з 15-го року в Запорізькій області проводився благодійний марафон до Дня захисника України та День Збройних сил України. Це марафон, який збирав благодійні, ну, від меценатів, від благодійників збирав пожертви і давав можливість вирішувати масу, сотні проблем ветеранів АТО, членів сімей загиблих учасників АТО. Ми з вами не зовсім розуміємо масштаби проблем соціальних, по здоров'ю, по реабілітації. На жаль, в цьому році, не знаю чому, з яких причин, Запорізька обласна державна адміністрація не проводить такого марафону. І до нас звернулися численні учасники АТО, ветерани АТО, а також Запорізька міська організація сімей загиблих учасників АТО. І я вважаю, що ми, звісно, мали відреагувати на їх звернення щодо проведення такого благодійного марафону в рамках міста і в масштабах міста. Якщо десь хтось не допрацьовує, то це не значить, що ми маємо залишатися осторонь.
Я, власне, вдячний міській владі і Володимиру Вікторовичу, що схвально сприйняли цю ініціативу, і на сьогоднішній день є зворотній зв'язок, ця ініціатива підтримана. Я би зараз хотів додатково звернутися до всіх депутатів, по можливості до громади, до підприємців, до бізнесу міста Запоріжжя, що так як не проводиться обласний марафон благодійний, то долучитися до проведення Запорізького міського благодійного марафону до Дня захисника України та Дня Збройних сил України. Я прошу Володимира Вікторовича, щоб ми владнали всі організаційні питання, щоб наші Запорізькі обладміністрації, департаменти також долучилися до цього заходу. І я думаю, що ми будемо гідно виглядати і перед нашими захисниками. Ще багато в нас питань, багато справ. Я думаю, ми їх будемо і надалі вирішувати. Але кожен крок має результат, має позитивні зрушення, зміни. Я прошу всіх ще раз і долучитися до цих заходів. І Володимир Вікторович, дякую за підтримку. Дякую шановні колеги. Знаєте, хотілося б, не то, що там картину подарили, це не тому, але от люди уходять, давайте їх проводимо оплесками, вони цього заслужили. Дякую. Перерва. Мабуть, перерив. Хвилин 15.